Сегодня состоялось оглашение постановления Конституционного суда Республики по делу о толковании положений статьи 42 Конституции Якутии. Суд официально разъяснил, что данное положение по своему конституционно-правовому смыслу означает признание территории Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности. А конституционно-правовой статус Якутии – форма его социально-политической и государственно-правовой организации, как исторически своеобразной национальной общности в составе Российской Федерации. Народ Саха является коренным народом Республики Саха-Якутия, и государственная политика республики должна быть направлена на обеспечение реализации неотъемлемых конституционных прав коренного народа республики.